Не менее чем на 30% увеличится тариф за газ для конечных потребителей. Такого мнения придерживаются экономические эксперты. Эта стоимость основана на новой формуле расчета цен, согласованной компаниями «Молдовагаз» и «Газпром», которую правительство так еще и не обнародовало. Специалисты уверены, что страна окажется в невыгодном положении. Экономический эксперт Вячеслав Яницы говорит, что согласно новой формуле, правый берег Днестра будет ежегодно платить на 110 миллионов долларов дороже, чем было до сих пор. Вследствие чего Наре будет вынуждена повысить тарифы на газ минимум на треть. То есть кубометр голубого топлива для граждан будет стоить 6,5 леев. Эта цена выше нынешней почти на 5 леев. При этом она ниже тарифа, который действовал в 2015 году. Тогда газ стоил 7 леев 18 банов за кубометр. По мнению Яницы, инструментов вмешательства два. Постепенное повышение тарифов без резкого увеличения и компенсации со стороны правительства малоимущим слоям населения. Между тем, эксперт Дионис Чинуша пишет, что Молдова будет платить дороже даже после стабилизации рынка. Цены на нефть в любом случае не упадут, особенно из-за устойчивых социальных и экономических последствий пандемии, отмечает он. Кроме того, эксперт уверен, что публикация властями точной формулы расчета имеет важное значение. Он обвиняет их в обеспечении нулевой прозрачности переговорного процесса. По словам Чинуша, правительство отказывается представлять подробности касательно новой формулы, которую уже и так циркулирует в публичном пространстве, но в виде спекуляции. Тем временем другие эксперты утверждают, что «Молдовагаз» могла бы заключить более выгодный с финансовой точки зрения контракт с «Газпромом», если бы власти вели более сдержанный и дипломатичный диалог. В итоге мы получили худшие условия, чем предыдущий контракт, именно из-за этих 30% в формуле расчета на зимний период. Бывший глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов тоже считает новый контракт невыгодным. Эта формула цены, на мой взгляд, хуже, чем была до 2020 года, но относительно нормальная по сравнению с тем, что было в 2021. В то же время Парликов уверен, что, скорее всего, новую формулу расчета цен не обнародуют. Правда в том, что и до сих пор власти никогда об этом не заявляли публично. Это всегда появлялось на ресурсах. Где-то в прессе происходила утечка информации, насколько я знаю. Эти контракты конфиденциальные. В среднем в этом году 1000 кубометров газа обойдутся Молдове в 350 долларов, а в последние два месяца по 450. Наиболее высокие среднегодовые цены на голубое топливо были установлены в период с 2012 по 2014 год. Тогда 1000 кубометров стоило 382 доллара.